Я Борис Галузин, и это тест «Топи машины». Мы благодарим научно-производственную компанию «Супротек» за помощь в реализации идеи. «Супротек» производит восстановительные противоизносные составы, в том числе и для мототехники. С их продукцией вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке под этим видео. В отличие от стационарной вилли-машины, для тренировок «Топи» нужна свободная дорога. Также потребуется машина с водителем.